Эти ребята за здоровый образ жизни. В своем юном возрасте они уже отлично понимают, что он может не только улучшить качество жизни, но и значительно продлить ее годы. Более 200 человек из городского округа приняли участие в тематическом конкурсе детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни». Принять участие могли дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Оценивались работы компетентным жюри в следующих номинациях: оригинальная идея, креативность и творческий подход. Награждение победителей в каждой возрастной категории состоялось в Щелковской художественной галерее. Наши дети совершенствуют свое изобразительное искусство, да, и мы видели и младшую группу, и среднюю группу, которые уже потихонечку становятся постоянными участниками, и у кого лучше получилось, и те рисунки были отмечены сегодняшними грамотами от главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича. Ребята рассказали о том, что отобразили в своей работе и почему они на 100% согласны с тем, что вести здоровый образ жизни необходимо каждому. Я пыталась на работе изобразить здоровый образ жизни. То, что рак легких может убивать организм человека. Здесь я хотела нарисовать то, что спорт и образование, и творчество поможет как-то побороть все эти все. Нашим ребятам недавно запретили выступать под нашим флагом. Я хотела изобразить главную мысль, что с флагом или без флага, но все-таки русские самые спортивные люди. У меня есть друзья за границей, и у них намного меньше спортивных хобби. Главная цель конкурса «Мы за здоровый образ жизни» – развить у подрастающего поколения творческие способности, сформировать у них ответственное отношение к собственному здоровью и замотивировать вести исключительно здоровый образ жизни. Мы за здоровый образ жизни! Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.